Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим туристический карманный нож от компании Ganza, модель J727M в камуфляжной раскраске. Поставляется в фирменной упаковке. Так, внутри у нас имеется сам нож. Так, здесь силикон. И также гарантийный талон. Компания Ganza – это китайский производитель, непосредственно все свои продукты собирает в Китае. Вот, длина ножа составляет 11,5 см в сложенном состоянии, общая длина 21 см. Вот, рукоятка, как мы видим, такой камуфляжной раскраски. Материал ручки, здесь композитный текстолит. Вот, имеется прижимная пластина металлическая для ношения ножа на поясе. Вот, длина клинка составляет 8,9 см. Вот, общая длина 21 см. Сталь 440C. Заточена прямой заточкой, обычной. И толщина самого клинка 0,33 см. Замок Axis Lock. Вот такой вот. Удобно лежит в руке, есть рифленость даже под большой палец, чтобы удобно было работать ножом. Давайте сейчас проверим, насколько хорошая заточка. Вес, кстати, 130 грамм данного ножа. Вот. Насколько хорошая заточка заводская. Мы видим, режет без проблем данный нож. В принципе, неплохая заводская идет заточка. Ну, в принципе, кому мало, можно отдельно заточить. Дополнительные характеристики и стоимость такого ножа вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.